Всем привет! Сейчас мы находимся на сайте AliExpress, на скидочной странице. И я хочу поговорить на тему. Это видео, как правило, такие видео я записываю для новичков, которые не могут сразу разобраться, как правильно покупать на сайте AliExpress. А именно сейчас поговорим о скидках. Хотите сэкономить до 90% на покупках сайта AliExpress или других интернет-магазинах? С помощью кэшбэк-сервиса EPN можно сэкономить достаточно приличную сумму денег. Ссылка на сервис EPN, а также на видео с инструкцией в описании под этим видео. О ложных скидках. То есть продавцы часто бывают, продают товар, вот как вы видите, пишут зачеркнутую цену, а более выделенным жирным шрифтом, да, это настоящая цена, по которой можно купить. Так вот, когда предлагается скидка, часто бывает, что мы думаем, что покупаем со скидкой в данный момент какой-либо товар, а на самом-то деле скидки-то и нету. Так вот, как раз сейчас мы и разберемся в данном вопросе. Я открыл несколько сайтов, вернее несколько страниц вот с этой скидочной страницы сайта AliExpress, и на их примере я хочу показать. Ну вот, например, данный бинокль, да, который якобы цена у которого 22 тысячи рублей за штуку, можно сейчас купить со скидкой 57% за 9,5 тысяч рублей. Ну а по мобильному устройству, вот ниже, да, видите, синеньким, за 9248, то есть еще на 200 рублей дешевле. Бесплатная доставочка. Так вот, если мы откроем плагин, на котором я показываю и часто пользуюсь, в левом нижнем углу, то мы здесь действительно увидим, что на данный момент скидка действительно есть. То есть данным плагином мы проверяем и продавца, насколько он хорош, и скидку, и так далее. Вот, то есть на сегодняшний день скидка на данный бинокль есть. Давайте сейчас возьмем не 20 апреля, а возьмем 2 апреля. То здесь цена данного бинокля 9908 рублей. Посмотрим, начальная цена какая была, также 9908 рублей. Так вот, 2 апреля скидки никакой не было, да, а здесь скидка есть. Следующий товар, на котором я хочу показать, это вот этот товар. Здесь смотрим, перечеркнутая цена 3700, почти 3700, а цена со скидкой 1626 рублей. Открываем плагин и смотрим на сегодняшний день, что цена 1626-25 рублей действительно, и начальная цена, как мы видим, также 1625 рублей. То есть фактически продавец, когда выставил данные наушники, цена-то и была такой же. Такой же цена была, и скидки здесь никакой нету. То есть это ложная цена. А почему здесь якобы предлагают со скидкой? Потому что продавец искусственным путем, ну как искусственным, то есть он до этого повышал цену. Видите, график. Выставил изначально за 1626, а затем продавал за 1952, потом 1887. Ну то есть вы видите, что цена прыгала, но она была выше изначально выставленной. А после повышение цены, он опять скинул цену до прежней, которая была. И вот эти наушники являются явным примером того, что вот здесь вот, ну, условно скажем так, законный обман, да, то есть эта перечеркнутая цена, она на самом деле обманывает нас. То есть такой цены-то на самом-то деле и не было, даже при повышении. Поэтому здесь явно цена явно присутствуют обманы, скидки нету. Но на самом деле такие наушники можно покупать за такую цену, но имейте в виду, что здесь скидки никакой нет. Рассмотрим вот этот товар. Перейдем также в наш плагин. Ну вот по плагину мы видим, изначально цена была 10,5 почти. Сейчас она опустилась до 1170 рублей. Интересно, да? Как цена может так вот, ну да, здесь скидка есть, здесь разные варианты предлагают нам, то есть разные цены. В принципе, вот здесь скидка есть. Ребята, таких плагинов различных много, и обзоров на них много. Я как бы не оставляю ни ссылку, ничего. У кого нет, качайте данный плагин, проверяйте обязательно товар на скидку, где продавец обманывает, где он действительно скидку предоставляет. Также здесь можете проверять как бы самого продавца,
Вот 99,5% хороших отзывов. То есть данный продавец очень хороший. Дальше давайте откроем также товар. Ну и как мы видим, да, здесь изначальная цена была 3291. Ну а как вы видите, перечеркнутая 4701. Откуда эта цена взялась? Продавец даже изначально по такой цене не продавал. То есть она у него была 3290, а здесь перечеркнутая 4700. Ну, вы понимаете, да, к чему я клоню? То есть явно завышено, чем изначально этот товар вообще продавался. На данный момент действительно скидка есть. 3197. Но надо понимать, что вот эта перечеркнутая цена 4701, она не настоящая. Ну, она как бы здесь просто вот записана, чтобы ее перечеркнули, да, так сказать, от ручки. Потому что изначально, когда продавец продал товар, цена была 3291, ну никак не 4700. Ну, еще давайте рассмотрим один товар, выберем. Здесь нам показывают, что продажа со скидкой 42%. 3555 рублей. Изначально была якобы цена 5267. Ну, давайте посмотрим по плагину. Изначально цена была 3791. И как мы видим, перечеркнутая цена 5267 ни в какие рамки вообще сюда не входит. Она как бы просто так здесь написана для покупателя, чтобы ее перечеркнуть. Да? Вот. Продавец не продавал по такой цене изначально. 3791 было. Затем он немножко скинул. Опять поднял. Ну и сейчас действительно вот цена есть со скидкой. То есть можно купить со скидкой. Но опять же, по этому плагину проверим, что у этого продавца плохой рейтинг. И покупать у него совсем не стоит и не следует. В общем так, ребята. Заводим обязательно данный плагин. И по нему проверяем обязательно повышение цены. И также уровень доверия продавцу. Вот. Не покупаем просто так на сайте, когда просто пишут со скидкой. Один и тот же товар здесь продают много разных продавцов. И можно найти и с хорошим рейтингом, и с хорошей ценой действительно, где скидка есть. Как говорится, сэкономленный рубль, заработанный рубль. Желаю вам отличных покупок на сайте AliExpress. Если понравился видос, не забывайте подписаться на канал. Поставить лайк, можете ставить и дизлайк, это хорошо для продвижения видео. И ссылочка на данную страницу, скидочную, будет под видео. Можете совершать выгодные для себя покупки. Все-таки заказывать с Китая намного дешевле, чем покупать у нас тот же самый товар. Всем пока!